Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Если нужно быстро что-то подать к чаю, пеку яблочный пирог на сковороде. Когда у меня не было духовки, а очень хотелось домашней выпечки, я нашел рецепт яблочного пирога, который можно приготовить на сковороде. Этот способ так мне понравился, что теперь я каждый день готовлю такую шарлотку к чаю. Ингредиенты для пирога, как и для обычной шарлотки. 4 яйца, стакан муки, стакан сахара, пол чайной ложки соды, щепотка соли, ванилин по желанию и 2 средних яблока. Итак, яблоки вместе с кожурой нарежьте не очень тонкими пластинками. Чтобы они не потемнели, их можно прижать. Желание сбрызнуть лимонным соком. Тем временем разделим яйца на белки и желтки. В миске взбиваем белки миксером или венчиком с добавлением щепотки соли до воздушной пены. В эту емкость добавляем половину стакана сахара и ванилин. Взбиваем все до устойчивой пены. Отдельно взбиваем желтки с оставшимся количеством сахара до его растворения. А после соединяем обе массы и снова слегка взбиваем. В получившуюся смесь постепенно добавляем муку, соду и все тщательно перемешиваем. Затем в нее засыпаем яблоки и сразу же приступаем к готовке. Для этого предварительно смазываем сливочным маслом дно и стенки сковороды и выкладываем в нее тесто. Накрываем крышкой и готовим в течение 40 минут. На этом пирог готов. Приятного вам аппетита! А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.